отбирайте у нас последнее, что осталось. Я про интернет. Я не думаю, что наше правительство как-то дойдет до такого, что прям будет цензурировать уж, как в том же Китае, как вы сказали. Ну, Китай уже очень диктаторская страна. То, что нельзя будет заходить на какие-то сайты, что-то скачивать, это я должен решать, да, для себя, а не кто-то за меня чего-то там решает. Есть такая нехорошая тенденция в том, что если у нас начинают что-то ограничивать, то это как вот зачищает все. Поэтому есть, конечно, такая опасность, что под гребенку попадут абсолютно сайты, которые могут быть интересны. Иногда волосы дыбом встают от некоторых желаний наших больших политиков или мелких политиков. Но так или иначе, конечно же, это приведет к, если не к бунту, то, по крайней мере, какому-то недовольству нации, потому что интернет сейчас является довольно широким спектром для того, чтобы иметь более полную картину о происходящем в мире. Я, например, за цензуру, когда весь интернет кишит какими-то суицидальными сайтами, да, или там порнографическими с маленькими детьми. Вот здесь я прям двумя руками за цензуру, да, вот за жесткую цензуру. Если будут по каким-то политическим вопросам, да, по прениям прикрывать какие-то сайты иностранные, то, здесь против цензуры.